عشق مزار ده دل آزار ده ار بازار ده ارزان مناموز ایتل میز خار الده ده مکار تکرار و تکرار سرسان مناموز قلب مزلرگه ساخت سوزلرگه ناموزسیزلرگه یالغان مناموز تشلب کتلگن قدر توکلگن Bugün keçilgen iman mı namus, erzan mı namus, sarsan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey, kadri tökilgen ey, bugün keçilgen ey, iman mı namus. Алишерджон? Да, мама. У меня к тебе разговор есть. Хорошо, сейчас зайду домой и поговорим. Нет. Сейчас поговорим. Я не могу говорить об этом возле твоего отца, сынок. Хорошо. А что такое? Она Дарья. Она что, снова курит? Нет. Как бы мне сказать тебе об этом? У нее нет мужа. Что это значит? Они давно уже развелись. Значит, она домой пришла не для того, чтобы жить с нами, а потому что осталась на улице, да? Она поняла свою ошибку, уже раскаялась. Хорошо. Ну а ее поведение? Не похоже ведь, что она изменилась. Что бы там ни было, у нее теперь нет мужа, сынок. Они законно развелись? Нет. Они даже законно не поженились. О, разве человек может быть таким дураком? Нет, мам, разве можно быть такой невоспитанной? Ну все, Алишерджан, давай будем осторожными. Найдем выход. Что там осталось, чтобы быть осторожными, мам? Они не поженились незаконно, ни по религии с этим дураком. Она лишь лежала с ним в постели. Не надо, сынок. Успокойся. Папа услышит. Еще сколько, мам, скажите? Еще сколько мы будем скрывать от отца? Я расскажу ему, когда будет возможность. Спокойно объясню. Я тоже измучилась. Что делать? Почему ты вышел, сынок? Не скучно. Ну что ты делал дома в такое время? Играл игрушками. Ага. Послушай меня, тогда я сегодня принесу тебе много игрушек, хорошо? А что, ваша жена ушла? Ты не думай об этом. Делай, что я сказал, хорошо? Ты мой сын. Понял? Больше ни на чьи вопросы не отвечай. Ты меня понял? Да. Иди, заходи в комнату. Что такое, зять? Правда то, что сказала сестра? М? Нет, вы просто молодец, зять! Столько умничали и стояли надо мной, говоря, не делай так, не делай сяк. Где ваши умные слова? Почему молчите? Да говорите! Где этот ваш ум, которым вы блистали для меня? А? Что это за поступок, зять? Почему вы так сделали? Нет толку говорить об этом. Что было, то было. Нет, вы сейчас шутите, да?
С какой совестью вы сейчас смотрите мне в глаза? Я вас называл не зятем, а братом, своим родным. Вы знаете это? Теперь что? Что-то изменилось? А что, не должно измениться? Вы изменили сестре до того, как женились на ней. Как не должно измениться? Хорошо. Ты теперь не будешь меня уважать? Разве вы сейчас поступили так, чтобы я вас уважал? Нет, вы почему вместо того, чтобы просить прощения, нагло так сидите? Вы, наверное, хотя бы умеете брать вину на себя? Умеете извиняться? Сестра из-за вас сколько плачет сейчас? И это спасибо за то, что она ждала вас 5 лет? Она ждала вас 5 лет ради этого? Сестра из-за вас сейчас сидит и рыдает, знаете это? Почему? Почему она ждала вас столько? Чтобы так рыдать? Чтобы узнать о вашей этой измене? Почему она ждала? Что вы вообще за человек? Нет, твоя сестра ждала, когда истечет твой срок. Ты часом не обнаглел, братишка? Я всю жизнь подчищал за тобой, и теперь из-за одной ошибки стал никем? Значит, все было зря, да? Хилола, ты не позавтракаешь? Нет, мама, спешу на работу. Зря я приготовила завтрак. Никто не спустился. Папа не вышел из комнаты? Ему немного не здоровится. Эта мерзавка убьет папу. А может, я зайду проведать? Нет, нет, не нужно. Если он увидит тебя, снова вспомнит о Гузаль. Ладно, тогда я пошла. Послушай меня, на улице Надыр тебя не ждет? Нет. Я вызвала такси. Думай о своих действиях, доченька. Сейчас любая проблема может стать лишней и плохо подействовать на отца. Ладно, мама, не переживайте. Я пошла. Ой, их свадьбы осталось немного. Что теперь будет? Ну все, сестра, выпейте воды. Что я не сделала для этого человека? Через какие дни я не прошла? Когда он был в тюрьме, кто что не говорил мне? Сколько людей флиртовали, сколько людей клеветали. Но я все выдержала, все стерпела. Ну вот, что я получила в конце концов. А может, все не так, как вы думаете? Пусть Гали Бакя поговорит с ним. Нельзя было отправлять Галиба одного. Они оба могут начать драться. Не подерутся. Ваш братишка очень любит зятя, уважает. Да. Да, так. Они оба будут братьями, очень близкими. Но Яшнаке все испортил это. Не нервничайте. Все встанет на свои места. Нет, зять, как это вообще случилось? Я до сих пор не могу поверить, что вы так поступили. Не знаю. В жизни всякое случается. Где мать ребенка? Матери нет. Она бросила Камрона в детский дом. Сейчас она сама, наверное, улетела за границу. Ну хорошо. Тогда что вы хотите сделать? Я еще не принял точное решение. Делайте, что хотите. Но вы ведь не хотите оставить ребенка дома, да? Что мне делать, братишка? Отдать его в детский дом? Не знаю, зять. Но одно точно, сестра не сможет принять этого ребенка. Посмотрим. Будь что будет. Так не пойдет, зять. Я точно знаю. Вы так не сможете жить. Этого ребенка нужно куда-то забрать, что-нибудь сделать.
Знаю. Я тоже хорошо знаю твою сестру. Но у меня нет другого выхода. Я же не брошу его на улицу. Тогда я заберу. Что? Я его заберу домой. Ваша невестка за ним присмотрит. Хорошо. До каких пор? Сколько нужно, то столько. Когда сестра немного успокоится и придет в себя, мы еще подумаем, что делать. Галиб, ты не обязан это делать. Не действуй так, будто ты должен мне. Я не действую так. Я принимаю решение, смотря на ситуацию сейчас. Или у вас есть какое-нибудь нормальное решение? Нет? Поэтому соглашайтесь. Другого выхода нет. Это же временно. Нет, вы посмотрите на себя. Вы даже еще сами не пришли к одному решению. Этот ребенок вам лишь помешает. Вы идете на работу? Да, на работу. Что будет, если сегодня вы не пойдете на работу? Ничего, но я должен пойти. Не идите. Сегодня останьтесь дома. Гульнара, что вообще происходит с тобой? Кажется, вы будто бы снова встречаетесь с Гузаль. Вот оно как. Поэтому ты вчера так говорила. Скажите честно, вы с ней встречаетесь или нет? Хорошо. Если скажу, что вижусь, то ты поверишь? Значит, вы с ней видитесь, да? Я еще так не сказал. Но ты все равно мне не веришь. Гульнара, послушай меня. Да, правильно. Столько всего произошло, но что это за вопросы, Гульнара? Что? Теперь у меня нет права и ревновать вас? Я подумала... Не думай. Нет, не думай. Когда, куда и с кем бы я ни увиделся, чтоб там ни было, ты будь уверена, что я не изменю тебе, Гульнара. Поверь мне, я не изменю тебе. Слышишь? Слышу. Хорошо. Ну, что там? Вы никогда мне не измените. Правильно. Пусть эти мои слова всегда будут у тебя в уме, хорошо? Договорились? А теперь я поехал на работу. Чай. Милая, твоя дочь еще сколько хочет так ходить? Что это значит? Как она ходит? Говоришь так, будто не знаешь. Она уже давно тут. Есть какие-то вести от ее мужа? Общается с ним или нет? Когда они будут жить, как одна семья? Нодера даже не думала о своем муже. Нет? Что это значит? Говоришь так, будто они развелись.
Эй, посмотри на меня. Вы что-то скрываете, да? Я у тебя спрашиваю. Нодера поругалась с мужем еще за границей. Их отношения закончились. Они долгое время жили раздельно. Они расстались. Муж в одну сторону, Нодера в другую. Что это значит? Если они не развелись, то куда он ушел? Я же говорю, у них все закончилось. Только не нервничайте. Было ясно. С самого начала, что будет так. Таким путем никто не мог жить счастливо. Да ну вас! Эх, доченька, твой отец даже чай не стал пить. Что случилось? Все правда. Правда? Угу. Сестра столько плакала, даже устала. Но я сделала кое-что, не предупредив тебя. Что? Все нормально? Ну, ты знаешь... Ага, Галип. Надеюсь, ты не подрался с зятем? Ты иди, Сана. Ладно. Не подрался, но мы поговорили. Вы можете спокойно идти домой. Что? О чем вы поговорили? Почему это я пойду домой? Что это значит? Вы не хотите идти домой сейчас? Не пойду. Никогда в жизни не пойду. Почему не пойдете? Вы сейчас хотите разрушить семью из-за ошибки, которая была сделана 6 лет назад? Я знала, что ты будешь на стороне своего зятя. Я не на чьей стороне. Я что, мусор под ногой, что ли? Зять сейчас очень мучается и сидит в отчаянии там. Он же любит вас, вы же знаете. Он тоже человек, он тоже ошибается. Ведь он мужчина. Для мужчин все всегда легко, да? Ты называешь это простой ошибкой? Даже узнав об измене своего зятя? И увидев этого ребенка, ты говоришь, это просто ошибка? Вы просто молодцы. Пожалуйста, сестра, послушайте меня. Пожалуйста, хорошо? Вы умнее всех. В нашей семье вы мать вместо мамы, правильно? Сейчас вы должны поступать не по злости, а по уму. Не уговаривай меня, хорошо? У меня сердце сжимается. А ты говоришь о уме? Ну хорошо, хорошо, сестра. Все, я вас понял. Вы сами подумайте, пожалуйста. Сейчас вы говорите, что не пойдете домой, не буду с ним жить и не просить его, правильно? Если сейчас придет мать этого ребенка и скажет, что будет жить с зятем, что вы сделаете, м? Так спокойно отдадите зятя? Вы сейчас сбежали из своей семьи, из своего дома. Вы понимаете это? Лучше идите и защищайте его. Хорошо, не думайте о себе, хорошо, не думайте о зяте, хорошо, не думайте обо мне. Но вы не думайте о племяннике в вашем животе. Я не пойду в тот дом. И почему? Я не буду жить с ребенком, которого он получил от этой легкомысленной. Этого ребенка нет, нет, он ушел. Что? Да. Куда ушел? Какая вам разница? Какая разница? Я, зная вас, сначала отвел этого ребенка и потом пришел к вам. Самое главное, сейчас этого ребенка нет, понимаете? Скажи честно, что вы сделали с ребенком? Ну хорошо, скажу. Вы идемте, поедем домой. По дороге расскажу, хорошо? Идемте, идемте, по дороге расскажу. Идемте. Вставайте же уже. Нафиса-хан. Я немного спешу. Работа не убежит. У меня разговор к вам. А? Чего тебе? Где сейчас Кузаль? Я не знаю. Вы отдали ее Алишеру? Да, а что?
Почему ты вообще начала спрашивать о Гузаль и днем, и ночью? Не поняла. Вы повышаете на меня голос? Или вы забыли, что я ваш начальник? Узнайте, где Гузаль? Я уже сказала, что не знаю. Я не сказала, что знаете. Но если захотите, то можете узнать. Прости, но я не хочу участвовать в этой игре. Я прошу вас. Я еще обрадую вас за это, поверьте. Говоришь, что обрадуешь? Конечно. Мне ничего не нужно. Так еще я не предаю подругу за что-то там. Не спешите отвечать. Гузаль-то уже закончилась. Но мы с вами еще должны долго работать. Подумайте хорошенько. Алло, слушаю, кто это? Это ты? Да. Сыночек мой. Ассалам алейкум. Валейкум ассалам. Как вы? Да, хорошо, как ты? Как твое здоровье? Надеюсь, нет проблем? Все хорошо, мама. Вы сами в порядке? Да, хорошо. Мама, дайте телефон Гузаль. Я давно не могу с ней поговорить. Она не может говорить с тобой. Почему? Все хорошо, мама? Это... Сейчас Гузаль не дома. Почему не дома? Или вы ее снова прогнали? Почему это прогнала? Мама, скажите честно. Каждый раз, когда я спрашиваю у вас о Гузаль, вы переводите тему. Это не так. После того, как ты попал в эту ситуацию, Гузаль немного в отчаянии. Хорошо. Потом, чтобы она немного пришла в себя, я разрешила ей уйти домой. Сейчас Гузаль у себя в доме. Мама, что, я снова не смогу поговорить с ней? Вы не можете поговорить со своими знакомыми здесь и дать нам встретиться? Они не разрешают звонить кому-то другому. Не начинай снова какую-нибудь проблему. Я и так еле как нашла возможность для этого. Вот я же говорю себе, Гузаль в порядке. Мама. Почему ты вечно говоришь о своей жене? Мамочка, да бросьте. Сынок, не начинай никакую проблему. Хорошо, мама, хорошо, хорошо. И еще, давай не лишимся еще и этого. Если я не буду слышать твой голос, то я умру от своих нервов. Как будет возможность, я поговорю с Гузаль, хорошо? Мама, сделайте так. Ладно, мамочка, у меня закончилось время. До встречи. Ладно, сынок, береги себя. Хорошо, мам. Эй, ты меня опозорить хочешь? И мою ценность снизишь? Почему вы так говорите? Я сама уйду, и сама же с улыбкой вернусь, да? И что с того? Твой зять хотя бы мог сам прийти и привезти меня домой. Зять хотел прийти, но я сам ему отказал. Я сам решил прийти и привезти вас спокойно на машине, да? Не неси чушь, хитрюга. Да хватит уже, сестра! Я же знаю, как вы от всего сердца любите зятя, как сумасшедшая. Эй! Если вы и потерпели бы много, то терпели бы максимум 3 дня. Больше не выдержали бы. Это не бы. Так. Я 5 лет терпела и ждала своего зятя. Понятно? Ну тогда у вас другого выбора не было. Вы же не могли пойти в тюрьму и лечь с ним вместе, сказав, что скучаете. Эй, ты вообще много не переводи тему. Лучше скажи, что вы сделали с тем ребенком? А, этого ребенка я забрал домой. Что? Ты в своем уме? И что теперь, ты будешь растить ребенка своего зятя? Нет, сестра, зять с этим никак не связан. Я сделал это, думая о вашем покое. Сделал так. И так не пойдет. Что так не пойдет? Разворачивайся назад. Сестра, все, не начинайте все заново. Не усложняйте все. И точка. Ребенок будет ходить у нас спокойно. Все. Вон, ваша невестка присмотрит. Ты, парень, меня обманываешь. Ты точно меня обманываешь. Эй, что ты вообще за братишка? Эй, был бы кто-то другой, такому изменщику зятю, он бы устроил. И эту сироту бы он тоже отправил куда подальше, откуда он пришел.
Хватит уже, сестра. И вы, и я отлично знаем, что зять не такой человек. Вот мы уже приближаемся к Махалле. Все, возьмите себя в руки, успокойтесь, хорошо? Нам вообще не нужна Третья мировая война. Ты не зайдешь? Нет, вы спокойно сами поругайтесь, помиритесь и поговорите. Не вмешивайте меня. Ну, что вы делаете? Ужин. Прогнали меня и сами спокойно здесь готовите ужин, да? Нет, ты обиделась. Я готовлю, чтобы не остаться голодным. Боже мой. Постой. Послушай меня один раз, пожалуйста. Нет толку. Я не пришла, чтобы мириться с вами. Вам понятно? Эти брат и сестра точно тебя погубят, Яшин. Гузаль? Как ты? Ты в порядке? Алишер, а вы пришли? Да, пришел. Что я здесь делаю? Что случилось? Ты чего-то испугалась, Гузаль? Да, испугалась. Когда проснулась, я лежала в этом доме. Все, не бойся, все в порядке, Гузаль. Чей это дом? Как я оказалась в этом доме? Не понял, ты сейчас шутишь? Почему это я шучу? У меня от страха чуть сердце не разорвалось. Мы же вчера вместе пришли сюда. Я же сам привел тебя сюда, не помнишь? Вы пришли вместе со мной? Да, я тебя привел. Не понял, ты сейчас не помнишь это? Нет. Ты и вправду ничего не можешь вспомнить? Нет, я и вправду не помню. Почему вы вообще привели меня сюда? Если вы привели, то почему меня бросили? Чей это дом, Алишераке? Подожди. Успокойся, Гузаль. Ну-ка идем, зайдем внутрь. Зайдем на кухню, поговорим. Ну-ка идем. Будь осторожна. Вот так, осторожно. Ты напугала меня. Осторожно. Как ты, Хилола? Ну, о чем ты думаешь? О делах, клинике думаю. Еще о вон тех. Это о ком? О вон тех. А Гузаль с Алишером. Алишер сейчас помогает Гузаль, как я знаю. Я ими удивлен. Сколько бы дел ни случилось, они не разделяются друг от друга. Настоящие влюбленные. Мы-то здесь смеемся, но и мы сами в смешной ситуации. Почему это? Через 4 дня у нас свадьба, а ты здесь спокойно сидишь. Ну вот. Еще и это есть. Почему это уфкаешь? Или ты хочешь отказаться от свадьбы, раз уже получила клинику? Я такого не говорила. Я должна наладить дела здесь, понимаете? Я тебя не понимаю. Ты вообще хочешь выйти за меня замуж? Ведь девушки летают в облаках, когда речь идет о свадьбе. А ты что делаешь? Я же говорю вам. Хорошо, ладно. Идем, пойдем выбирать свадебное платье. Сегодня? Ну да. Ты вообще слышишь меня? Я говорю, что до нашей свадьбы осталось 4 дня. Всего лишь 4 дня. Да, поняла. Но давайте не сегодня. У меня очень болит голова. Есть дела, которые нужно закончить. Давайте завтра пойдем, а? Всего лишь 4 дня.
О боже, я ничего не понимаю. Почему ты так спокойна? Мы все успеем, не переживайте. Сегодня. Мама не разрешает. Ты вообще спросила? Не знаю, как спросить. У меня оправдания не осталось. Мамочка! Это самое, если у вас нет дела ко мне, то я могу выйти на улицу. А куда вы пойдете? Мы хотели погулять по магазинам с Лолой. Да. Ну ладно, дочка. Спросили у мужа. Это самое, я позвонила, но он не ответил. Хорошо, только будьте осторожны. Ладно? Хорошо. Мама, я тоже пойду, можно? А ты куда? Ну, гулять по магазинам. Лола ведь тоже не чужая, моя подруга. Ты лучше не иди. Почему это? Мне скучно дома. Невестка, вы идите, идите. Дочка, я с тобой хочу поговорить. Хорошо, мамочка. А вам что-нибудь нужно? Нет, ничего не нужно. Идите. Что вы делаете? Вы разрешаете своей невестке, а меня не выпускаете? Ты думаешь, я ничего не понимаю? Ты думаешь, я не знаю, что вы с ней вечно ссоритесь? Оставалось, чтобы ты и на улице опозорила нас и поругалась с ней. Хорошо, мама, пойду в другое место, пожалуйста. Куда ты хочешь пойти? Погулять по магазинам. С кем? С подругой Фирузой, с ней. Хорошо, но не сегодня. Мама! Что, мама? Ты выйдешь тогда, когда твоя невестка будет дома, поняла? Все. Санам? Да. Ну? Не как заметила, ты здесь? Как вы пришли. Идем. Я не напугал? Да нет. Ну-ка, идем, садись. Вот так. Кто этот мальчик? Этот мальчик? Ну, тот. Ребенок, о котором говорила сестра утром. Теперь он временно поживет у нас. Пока сестра и зять не договорятся, он побудет у нас. Ты тоже одна не будешь дома скучать. Как тебя зовут? Кэмерон. Идем сюда. Ты не обижена? Все в порядке? Что? Я говорю, все в порядке, ты не обижена? Да нет, все нормально. Ладно, я тогда пойду на работу, уже опоздал. Его зовут Камрон. Камрон, твою сестру зовут Санам. Надеюсь, вы найдете общий язык. Ладно, все, хорошего вам дня. Точно все в порядке? Да-да. Слушайся свою сестру, хорошо? Ладно, хорошего дня. Ладно. Смотри, посмотри на его одежду. Если грязно, то постирай, пока. Почему так смотришь? Голодный? Да. Я сейчас. Да, вот выхожу. Где ты? Вот выхожу из дома. Ну, наконец-то. Где ты вообще? Еще немного, то и та могла присоединиться. Да, она дыра эта. Неужели хотела с тобой выйти? Говорит мамочке, что она со мной будет гулять по магазинам. Значит, помирились вы.
Еще чего. Хотела оправдаться мной и выйти. А чем она вообще занята? Хитрюга. Вот, я узнала причину, почему она хотела выйти на улицу. Почему? Что ты увидела? Ну, Надыра сейчас нашла же себе кого-то. Не шути. Кто это? Она и вправду нашла. Сейчас приеду и поговорим, хорошо? Как вы? Хорошо. А вы как? Нормально. Не могла уснуть ночью. Еле дождалась до утра. Я думала, что вам плохо, раз вы не спускаетесь. Но я не решилась выходить к вам в комнату. Вы не поговорили с Абдуллаки? Нет. Вы же сами видели его состояние вчера. Он хоть и не показывает нам, но по его глазам я вижу, как ему сложно сейчас. Знаю. А что мне делать? Я ведь и от дочери не могу отказаться. Да, но я удивлена кое-чему. Чему? Вы нашли силы уйти из этого дома, пойдя против мужа из-за нас. Но когда Гузаль осталась на улице, вы не можете пойти против нас? Вы правы. Потому что есть и моя вина в том, что Гузаль стала такой. Понимаете? Помните день, когда Абдуллаки отдал мне пощечину? Да, я помню. Это была первая пощечина в моей жизни. Самая первая. В тот день он был обижен на себя из-за того, что не был строг с нами до этого. Это случилось от безвыходности. Вы ошибаетесь, думая, что вы сами во всем здесь виноваты. Простите меня. Нет, вы не правы. Роль мамы в воспитании девочки очень большая. Потому что только мы можем почувствовать, через что проходят девушки, их тонкую натуру, их чувства, только мы. Правда. Моя вина в том, что Гузаль в таком состоянии, очень большая. Я должна вернуть ее домой. Аль-Шираке, я и вправду не могу вспомнить, как я здесь оказалась. Ничего страшного. Это из-за стресса. Ты вчера очень сильно нервничала. Наверное, поэтому не можешь вспомнить. Аль-Шираке. Вы до сих пор любите меня? Вы не хотите отвечать? Гузаль, этот вопрос неправильный. Пожалуйста, просто ответьте. Это ведь не трудно. Гузаль, я семейный человек. Я не прошу от вас ничего. Просто скажите мне честно. Это ведь просто так. Я лишь просто спрашиваю, и все. Нет, Гузаль, прошу, не мучай меня. Не задавай мне таких вопросов. Гузаль! Гузаль! Что ты хочешь сделать, Гузаль? Я спрашиваю вас, любите вы меня или нет? Гузаль, Гузаль, пожалуйста, дай мне свой нож. Не отдам. Гузаль, ты помнишь, ты мне вчера обещала, что больше не будешь пытаться покончить с собой? Любите или нет? Я должна знать это! Чтобы жить дальше, чтобы почувствовать, что я нужна кому-то в этом мире. Вам понятно? Хорошо, понимаю, Гузаль.
Ты нужна мне и своим родителям. И еще нужна своему мужу. Мужу? Не напоминайте мне этого мерзавца. Он мне изменил. Он изменял мне со своей Джаноной. У нее был ребенок от Фархода, вы понимаете? Что? Да, у нее был ребенок. Поэтому я убила ее. Я убила человека. Все, все, все. Я убила человека. Все, Гузаль, успокойся. Вы тоже изменили мне. Вы женились на другой. Теперь не признаете, что любите меня. Мне нужно сказать только это. Да, да. Все, хорошо. Я до сих пор люблю тебя. Люблю больше всего в жизни. Все, теперь отдай мне нож. Вы не обманываете? Посмотри мне в глаза. Неужели я обманываю тебя? Я тебя сейчас люблю больше, чем при первой встрече. Ну-ка, дай мне нож. Пожалуйста, дай мне нож. Гузаль, дай. Побольше. Мальчик должен кушать много. Ты мне кого-то напоминаешь. Бери, чай пей. Горячо, да? Будь осторожен. Ой, ассалам алейкум, сестра. Валейкум ассалам. Садись. Как дела? Пойдет. Как доехал? Все в порядке. Держи. Чай. Спасибо. Только после того, как вы ушли, мне тоже пришлось вернуться в деревню. Вот это было плохо. Снова приезжаешь оттуда? Да, так. Если буду жить один в городе, то я, оказывается, испорчусь. Они думают, что я ребенок. Да нет, наоборот. Они боятся. Потому что ты стал взрослым. Бери. Если тебе трудно, живи у нас, здесь. Нет, да если бы. Родные не пустят. А кто этот ребенок? Этот ребенок – племянник твоего зятя. Такой милый, правда? Еще будешь? Нет. Я не положила тебе поесть. Сейчас. Сестра, не нужно много ложить. Хорошо, я сыт. Вы сами приготовили или, как всегда, с кафе? Да, сама. А кто еще приготовит? Отлично. Как тебя зовут? Камран. А меня зовут Ислам. Твое лицо мне кого-то напоминает. Да, я тоже хотела так сказать. Он мне показался знакомым. Он похож на вас. Может быть. Бери, ешь. Хорошо. Geçilgen ey iman mı namus, arzan mı namus, sersan mı namus, namus sizlerge, yalgan mı namus, teşlep getirgen ey kadri tokilgen.